Похотнюк Владимир, если ты не смотришь мой лайф, то ты его, ну, тебе о нем расскажут, и ты его все равно посмотришь. Значит, например, есть гражданин Румынии, гражданин X, пока его так назовем, который находится в Румынии в розыске. И это человек, на которого Плохотнюк оформил в Дубае определенные счета. И у этого человека сегодня на счетах порядка 100 миллионов долларов США, эквивалентом разных валют. Значит, этот человек, гражданин Румынии X, которому Плохотнюк сделал также левые там молдавские паспорта в свое время, значит, перестал ему отвечать с середины лета на телефон. А это деньги граждан Молдовы. Поэтому ты, Владимир Плохотнюк, напиши заявление на имя генерального прокурора Стоянугла, расскажи про этого гражданина, как ты ему передал эти 100 миллионов долларов, как ты ему делал левые паспорта, как себе, Горбунцову и всем остальным. И, возможно, это тебе зачтется. Ну, потому что 100 миллионов долларов вернуть, как бы, это, ну, существенно сегодня помогло бы Республике Молдова. Другие сотни миллионов долларов, и, конечно, тоже нужно вернуть. Но если этого ты не сделаешь, Плохотнюк Владимир Георгиевич, то это сделаю я. Я обязательно пойду на прием генеральному прокурору. Мы обязательно обсудим этого гражданина X, которому ты доверил свои деньги, который тебе кинул. Ну, когда начались у него проблемы, этот перестал ему просто отвечать на телефон. Ну что, у человека 100 миллионов долларов в кэше, вы понимаете, да? То есть, ну, человек просто, ну, может себе позволить все, и Плохотнюку ничего, как бы, возвращать не нужно.